не больше детей. Эти время осторожности, что надо жить веселее. Дорогие ограничители нужны человеку всегда. Они как огнетушители, это для нее рука. Они помогают справиться с знаками мрачных дней. Они позволяют не париться с обильным углом мелочей. Заложники — это не рой. Ведь это мы их надо. Лучше лежать со знаками, воевать политиконько там. Я слежу за дыханием, выдох, со всем возможным вниманием, я ни в чем не хочу быть плод. Я слежу за дыханием, бывает и в самом столбу, буду кладет снова, буду болту носит гибать, не могу. Я слежу за дыханием, иду еще через прицел, потом появляются люди, потом это группа тел. В основном они валятся рядом, иногда друг на дружку наплёст, кто-то из них носил краду, а кто-то качался всерьез. Я говорю вам эксперта, это красная смерть. Во-первых, это эффект настроения. Охуеть! А во-вторых, это сразу. Это вам не цирроз. И не мозг метастаза. И не тупой передоз. Я для них типа ангела. Таскаю на тот цвет. Даже типа архангела. Для ангелов немного лет. Я не беру заложников. Да, молодого, но больше нет. Раньше я был безбожником. А теперь не безбожник. Нет. Я протираюсь к мире, и я к ней, блядь, протируюсь, конечно, в своей манере. И даже, возможно, сорвусь. Все мы, возможно, сорвемся, а даже, возможно, и нет. Это все у нас песни зовется, и в этом наш главный секрет. Once again.